Полностью обезоружен. Сотрудники ФСБ задержали мужчину, который незаконно изготавливал и продавал огнестрельное оружие и боеприпасы в Алтайском крае. Стражи правопорядка обыскали место жительства мужчины. Из незаконного оборота изъяли автомат МП-38, два пистолета марки ТТ, три пистолета ПМ, пистолет Люгер образца 1913 года, а также ружье и около 700 боеприпасов разного калибра. Установлено, что оружие мужчина изготавливал кустарным способом в домашних условиях на специально закупленном для этого оборудовании токарном и сверлильном станках. Экспертиза показала, что большая часть арсенала – это именно боевое оружие. Управление ФСБ по краю просит жителей, если вы знаете об аналогичных фактах незаконного хранения и изготовления оружия, сообщите по телефону доверия. Его вы видите на экране. Напомню, лиц, которые добровольно сдадут оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождают от уголовной ответственности.